вместе с группой «Грусть пилота», представитель этой группы «Аккордеон», да, Марлен Мамутов, с вами. И исполните вы песню Булата Акуджава. Да. Какую? «В банке темного стекла». Прошу вас. В банке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела. Гордо и неторопливо исторический роман сочинял я понемногу, пробираясь как в туман. От пролога к эпилогу каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Вот как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Ах, были дали голубы, ах, было вымысло в избытке и из собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев провожал, наводил о прошлом справки и поручикам в отставке. Сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Вот как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, а почему не наше дело, для чего не нам судить? И пока еще жива, а роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке, и вымысел не есть обман, а замысел еще не точка, дайте дописать роман. До последнего листочка каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Вот как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Алексей Горбунов, спасибо. Спасибо.